С этого года медицинские работники будут получать дополнительные выплаты из окружного бюджета. Новую меру социальной поддержки озвучил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником. Мы приняли решение вот ту традиционную выплату, которую мы делаем Дню медицинского работника, мы еще раз делаем Дню нашего округа, чтобы День Ямала был связан также еще одной положительной такой традицией. Это мы обязательно решили в этом году впервые так сделать. Поэтому... Намерений у нас добрых много. Хочу вас еще искренне поблагодарить вас за ваш труд и пожелать, конечно, вам, вашим семьям всего самого доброго. Кроме того, для улучшения жилищных условий медиков и привлечения в регион специалистов весной начала действовать новая программа – 40% субсидия для бюджетников на покупку жилья. В лечебных учреждениях 8 муниципалитетов будут введены дополнительные ставки для специалистов, которых больше всего не хватает. Штатное расписание изменится в том числе и в Муравленковской городской больнице. В этом году выросло финансирование на обновление оборудования и приобретение современного спецтранспорта для больницы. В Муравленко появится новый реанимобиль.